Настя, ты же знаешь, маме это не понравится. Она мечтает, чтобы ты стала учителем русского и литературы. Ну, максимум журналистом. А ты? А я хочу людям помогать. И вообще, ты мой младший брат и должен во всем меня слушаться. Вот ты противогаз взял? Я туда не полезу. Я оператор, а не спасатель. Ванечка, а как же возможно снять уникальные кадры? Змея-искусительница. Ваня, а эту сирену специально для нас включили? По-моему, это настоящий вызов. Тогда иди снимай. Настя, а кто нам интервью давать будет, если пожарные на экстренный вызов уехали? Специалисты учебного центра. Но сюда, в пожарно-спасательную часть, мы еще вернемся. Здравствуйте, Олег Сергеевич. Здравствуйте. Вы бы не могли рассказать нам о профессии пожарный спасатель? Да, конечно. Проходите. Олег Фисенко, заместитель начальника федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования Краснодарский учебный центр Федеральной противопожарной службы, окончил Санкт-Петербургское высшее военно-морское инженерное радиотехническое училище имени Попова. Олег Сергеевич, что это вообще за место? Краснодарский учебный центр Федеральной противопожарной службы. А какие навыки получают здесь слушатели? Здесь слушатели получают профессию пожарный и спасатель для дальнейшей работы в подразделениях МЧС. А скажите, девушки проходят здесь обучение? Да, девушки проходят здесь обучение по определенным направлениям, как спасатель, диспетчер или радиотелеграфист. Это класс нашей медицинской подготовки, преподаватель учебного центра Грицов Сергей Александрович. В нашем учебном центре МЧС главная тема, которая преподается спасателям и пожарным, базовый реанимационный комплекс. Это восстановление проходимости дыхательных путей, искусственная вентиляция легких методом рот в рот, да, и непрямой массаж сердца. На этом тренажере мы как раз отрабатываем эту методику. Левой рукой мы подставляем, допустим, руку под затылок и удержим на своей левой руке, его правой рукой давим на лоб, закрываем нос, делаем спокойный вдох, обхватываем рот и осуществляем вдувание. Затем перехожу непосредственно к работе на грудину, то есть делается 2 вдувания и 30 надавливаний. А тренажер как-нибудь реагирует на ученика, который производит эти действия? Ну, знаете, этот тренажер у нас не реагирует. А можно мне попробовать сделать массаж сердца? Настя, а давайте я вам сразу, я показал, как это делает один человек, а мы как бы 2 человека. Вы мой ассистент, я сделал 1 вдувание, а вы проводите 5-6 надавливаний на нижнюю треть грудины. Да. Руки у вас располагаются прямыми, строго перпендикулярно, и осуществляете давление. Да, совершенно верно. Ну, нелегкая работа. Да, это, конечно, у реаниматолога работа тяжелая. Это учебно-тренировочный комплекс. Первый контейнер – это учебно-тренировочный комплекс «Лава». Второй – это учебно-тренировочный комплекс «Грот». Здесь проходит тестирование людей на выносливость. Подключаются различные программы. Пожарные проходят испытания в дыму. Вот этим проходом сюда поднимается и начинает искать выход. То есть он должен проползти по низу, по верху, подняться по ступенькам и вы найти надпись, где вот написано «выход». Дальше мы проходим в квартиру. Имитация квартиры, в которой происходит пожар. Здесь есть имитация горящего дивана, кровати, телевизор взрывающийся. Вот. То есть здесь полностью идет полная имитация пожара, температура, шумовые
эффекты, здесь световые эффекты, помимо открытого огня. Ну, то есть давление на человека не только физическое, но и психологическое. Ну и психологическое, да. И тут же есть у нас манекен, вот, которого нужно эвакуировать. Ну, я так понимаю, это одно из самых тяжелых испытаний. Да. И много людей после его прохождения отсеиваются, кто-то не выдерживает? На моей памяти нет, ни одного человека. А женщины когда-нибудь подобное проходили? Нет, в нашем учебном центре нет, не проходили. Еще нет, так что у вас все впереди. Ну, то есть вы думаете, что девушка сможет это сделать? Ну, в некоторых случаях у нас женщины сильнее мужчин, поэтому русские женщины смогут это сделать. Раз, два, взяли. Ох, очень тяжелый на самом деле. А обычно где лежит? На полу или на кровати? В зависимости от задач. Ваня, ну что, снимаем? Денис Сергеевич, расскажите, что это за часть и какую функцию она выполняет? Денис Мерчук. Руководитель дежурной смены специализированной части экстренного реагирования Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю. Окончил Воронежское пожарно-техническое училище МЧС России. Данное подразделение называется специализированная часть экстренного реагирования. Она является первой частью в России с применением мотоциклов быстрого реагирования. Какие действия выполняют сотрудники при чрезвычайных ситуациях? Данное подразделение выполняет непосредственно функцию по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и в том числе тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ. А девушки на мотоциклах ездят или только мужчины? Увы, но девушки на мотоциклах у нас не ездят. Для этого у нас имеется автомобиль ПСА-ММ с медицинским модулем. И на нем, соответственно, выезжают девушки, фельдшерский состав. Ванечка, а сними, как я сижу на мотоцикле. А как я на нем сижу? А вот здесь еще дополнительно это имеются специальные сигналы. Смотрите. Это световое оповещение, это звуковое. Екатерина, а правда, что профессия спасателя включает в себя сразу несколько специальностей? Конечно, ведь иногда для того, чтобы помочь человеку, нужно спасателю сразу быть и врачом, и психологом. Екатерина Стулина, инженер Краснодарской краевой пожарно-технической выставки ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Окончила Краснодарский государственный институт культуры по специальности музееведения. Иногда, чтобы вовремя, быстро прибыть к человеку, оказавшемуся в беде, нужно не просто, допустим, приехать на машине, нужно карабкаться по горам, пролезать в какие-то узкие пещеры или лозы при обрушении здания. И, конечно же, первую помощь еще до прибытия профессионального доктора любой спасатель должен уметь оказать человеку. А на кого же тогда нужно учиться, чтобы получить эту профессию? В МЧС России существуют свои образовательные учреждения. Есть кадетские корпуса и школы, есть кадетские курсы. И, конечно же, у нас есть свои высшие образовательные учебные заведения. В России есть 7 высших учебных заведений МЧС, где готовят специалистов по данному профилю. Решив стать курсантом, абитуриенту необходимо пройти несколько этапов. Первый. Сдать единый государственный экзамен по предметам – русский язык, математика, физика. Второй этап – пройти собеседование. Третий. Сдать спортивные нормативы. А чем занимаются девушки в МЧС? Ну, как и в любой другой структуре, в МЧС работает большое количество девушек. Есть традиционно представители практически женских профессий, таких как сотрудник отдела кадров, бухгалтер, телефонист-диспетчер. Очень много женщин работает среди медицинских служб, среди психологов и кинологов. Но сейчас, в 21 веке, и, казалось бы, традиционно мужские профессии девушки осваивают очень даже легко. Есть барышни, которые работают и пожарными, и спасателями. Есть девушки-водолазы, девушки, которые управляют вертолетами для проведения аварийно-спасательных и поисковых работ. Допустим, сейчас в России есть целая женская пожарная часть, где не только руководители, но и абсолютно все бойцы девушки. Мужчин там нет совсем, поскольку они обеспечивают безопасность женского монастыря.
Александр, а как вы поддерживаете свою спортивную форму? В фитнес-клубах занимаетесь? Да нет, нам здесь достаточно. Проводим спортивно-массовые мероприятия, отрабатываем нормативы по пожарно-строевой подготовке, по физической подготовке. Александр Колесников. Начальник караула 55-й пожарно-спасательной части окончил Московскую академию государственной противопожарной службы МЧС России. А как посвящают новичков? Есть ли какие-нибудь традиции? Есть традиции. Пожарного обливают водой после первого пожара с пожарного ствола. А вас обливали, как ощущение? Весело. Скажите, а это что такое? Это специальная одежда пожарного, предназначена для защиты при тушении пожаров и ведения аварийно-спасательных работ. А есть ли какие-нибудь нормативы, за какое время должен собраться спасатель? 21 секунда. Чуть больше, чем горит спичка. Мы вам предлагаем попробовать надеть специальную одежду на себя. Прямо сейчас? Вот это и на меня? И проверим, за сколько секунд вы справитесь. Только Ваня тоже будет участвовать. Я? Нет. Поставишь камеру, и она будет снимать. Как раз все зафиксирует. Александр, а этот костюм хорошо защищает от огня? Ну, специальная одежда выдерживает в течение 1 минуты 200 градусов температуру. Ну что, теперь вы попробуете? Хорошо. Так, ну что, готовы? На старт, внимание, марш. И кто сказал, что женщинам не место в пожарной охране? Я правильно делаю? Да. Готово. Топор у вас упал. У вас не застегнута куртка. Все-таки не уложились. Ну, как думаете, шансы есть? Будем работать над этим. А сейчас давайте пройдем на второй этап – боевое развертывание. Вот это катушка, это ствол. Вы берете ствол, фиксатор катушки мы отпускаем. Вы ствольщик, вы подствольщик. Помогаете разматывать и идете сразу на подстраховку. Все, и теперь вы подходите сюда. Вы держите ствол, правильно? Вот. Покрепче, как удобнее. А вы страхуете отсюда и все. И все, и мы подадим воду. На сегодняшний день работа в МЧС становится все более привлекательной для молодых людей. Заработная плата сотрудников напрямую зависит от региона проживания, от звания, которое носит работник, и от занимаемой должности. Например, зарплата начальника караула пожарно-спасательной части колеблется от 35 до 45 тысяч рублей. Ну что, Ванечка, есть хорошие кадры? Да, есть пара неплохих. Я за тебя рада. И за себя тоже. О поступлении уже договорилась. Только не говори, что ты решила выбрать эту профессию. Ну, я подумаю.